На северо-западе Англии введен красный, наиболее высокий уровень угрозы в связи с приходом шторма Десмонд. Как сообщают местные СМИ, самая тяжелая ситуация сложилась в графстве Камбрия. Из-за резкого подъема уровня воды полиции спасателям пришлось эвакуировать жителей прямо из их домов. Там улицы превратились в реки. Если интенсивность дождей не снизится, затопленными могут оказаться еще больше городов и деревень. Власти распространили предупреждение, призвав жителей не выходить лишний раз на улицу. Ранее из-за сильного ветра на севере Лондона скончался мужчина в возрасте 90 лет. Он попал под колеса автобуса. Красное штормовое предупреждение, помимо угрозы для жизни людей, также несет вероятность серьезных разрушений.